Всех приветствую на канале Разносторонние Интересы. Сегодня у нас 22 августа 2021 год. Будем забирать уже мед у пчел на зиму и готовить к зимовке пчел. Взяток у нас уже закончился полтора месяца назад, но я надставки не трогал, думаю, хай пчелы там доносят по чуть-чуть, что-нибудь допечатывают. То решил это дело уже осенью все забрать сразу, да еще там был у нас взяток немного, потом прекратился, потом жарко было, ну сейчас вот немного недельку поносили пчелы, люцерна в колхозе цвела, то есть люцерны летали, носили. Уже ночью у нас плюс 12-14 было всего лишь, то решил я полностью забрать надставки все с медом. Ну, потом гнезда, все лишнее тоже забрать и подготовить к зимовке пчел. Лед, как видно, у них уже совсем слабый. Будем подряд начинать с правой стороны. Пчелы у меня на север летками. То сейчас тенью их еще. Хотя уже, может, 2 часа где-то дня. Короче, буду все это дело забирать. У меня у голубика растет, 3 куста посадил в этом году. Покупал 3-летки. Вот такой высоты кустики. Ну тоненькие были, это потолстели за лето. И выгнали прирост от земли. Наверное, сантиметров по 90. О, выше пояса. Это спартан сорт. И это спартан тоже. А это блюкроп. Тоже уже за лето выросла толстая. Я здесь пытался ветку прыгнуть, хотя у коренин, да, отломалась. То на черенки бросил, ну, наверное, не в черенку есть. Ладно, пойдем заниматься, чем наметили. Полезем сейчас к пчелам. Тут вот щелина осталась, то прополиса налепили. А им уже немного курнул сюда дыма. Камеру поставлю в сторонке, чтобы не мешало, то что работать надо будет 2 руками. Ну, так думаю, будет видно. Короче, забираем мед. Я дымом сгоняю в основном основных, потом уже периной чуть-чуть дометаю. Когда дымом пчел сгоняю, что он не так травмируется. Шершня на летке его нашел. Это пчелы убили его. Thank you.
такая вот рамочка. Вроде ничего нанесли, но это уже они допечатывали, я оставил, можно сказать, на август, июль, с июня месяца стоит это. Нанизу не знаю, что будет во второй. Короче, нанизу что будет, то будет, будем все забирать. То, что уже ждать некогда, осень. Уже позднее у нас, августа 22-го все-таки, или то 23-е, не знаю, какое сегодня число. Вроде воскресенье. Заберу я подряд так улья 3. Сегодня, потом еще 3, потом еще 3. Всех 9 у меня ульев. Да и все на этом. А там уже будем гнезда собирать потом. Его рамочки запечатаны, не знаю, сюда рабство попал, может уже и севший даже мед будет, хотя не видно, сейчас на просвет гляну, прозрачный на просвет, значит не севший. Эти крайние рамки совсем полностью опечатанные видно с двух сторон.
Неплохо так. Пытаюсь дымом согнать основную массу пчел, но все равно сидят. Тут видно уже меньше печатанный мед, ну тоже печатали вторую. Это здесь две стоят по 10 надставки, а там по 16 рамок, по 15-15, то не знаю, как там дело будет, посмотрим. Троху курнул дымом, так сошли. Ладно, будем дальше доставать. Буду дымом загонять большинство пчел, то что злиться начали, когда их сметаешь, так они злятся. И так он на леток всех струшиваю там, на доску прилетную.
Низ так, полупустые рамки. Особенно туда, к востоку совсем пустые. Сюда больше к западу так меда больше было, а тут уже, наверное, выносят низ гнездо. Снимаем решетки разделительные. Джигнула пчела, разозлились уже. Хотел потолочные от прополиса почистить. Аж кусаются. Стану в сторонке, почищу быстро. Thank you.
все, почти закрыл гнездо, все. Тут вечно проблемка с краю. Что я чищу? Чищу потолочину, чтобы нормально плотно закрыть на зиму, уже сразу сейчас готовлю. Покуда еще воровства сильного нема. Решил я чистить такой вот тазик строительный, 120 литров. Сюда их бросаю, чищаю. И вот видно прополис этот. Тут с воском совсем лежит. Сейчас досочку одну дочищу и там закрыем все это дело. Так. Наверное, эту вот узкую уберу, а ту широкую положу. Конечно, злиться будут, что полезу опять и раскрою. Ну, ничего. Пчел много. Думаю, на зиму нормально позже. Струши вот с надставок, видно, осталось, уже зашли. Ну, много-много было там их.